В целом эта статуя позволяет вам легко, не напрягая, спавнить непосредственно крабиков. Это очень важная штука и для таймеров, и для чего-то еще. Что-то с них падает, но что, я уже забыл. Неважно. Не забываем поставить большой пальчик вверх под этим видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, если здесь впервые. После этого отправляемся в главное меню. Не забывайте нажать кнопочку «Развернуть» под этим видео, чтобы увидеть полностью описание. После этого копируем сид, который мы найдем в описании под видео. Создать новый мир. При создании мира в сиде вставлять вот эти цифры, нажимать применить, в название написать герон чего-нибудь там, сабмитить, применить коррумпированный, маленький мир, сложность любая. Поехали. Так, после этого заходим в тот свежесозданный мир, дропаем все время направо, вот так вот, и, как говорится, я быстрый аки-волк. Ну, в принципе, я и есть волк. Короче, находим пустыню. В пустыне считаем дырк. Дырка номер один. Дырка номер два. И дырка номер три. Вот она. Становимся точно по центру дырки номер три. То есть, запомнили, да? Идем с точки ЗСТ спауна все время направо, пока не найдем третью дырку в пустыне. Копаем вниз очень медленно и аккуратно, потому что нам сейчас важно не пропустить заброшенное здание. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот она. Аккуратно заходим внутрь этого заброшенного здания. Внимательно смотрим по сторонам. Заходим на второй этаж. Ага, вот он. Видишь? Статуя с крабами. Здесь даже есть какая-то кнопка, которая сработала. И крабик вышел. Забираем крабика. Ну и за просмотр, за подписку, лайки. Если у вас есть в описании под видео, вы сможете найти кучу других свежих сидов. Заглядывайте в плейлист, и вы найдете много сидов и сэкономите себе много-много времени на скучном, унылом поиске какой-нибудь нужной хреновины. Все это у нас на канале есть, они свежие, под свежей версией террарии. Нерабочие виды сиды мы всегда удаляем, заменяем свежими рабочими. Все как положено, все как вы любите, все как я люблю, все как мы все любим. Так же, если зайти вот в домик вот здесь, вы попадаете в магазин аккаунтов ключей geronshop.ru, в котором можно купить дешевый террариум Майнкрафта и сотни стимских игр дешевле всем в стиме. Также там отличный прием платежей каких через персональные агрегаторы платежей, что полностью безопасно. Также там есть отзывы только от настоящих покупателей, и это классно, клево, интересно. Ну и постоянно обновляющий ассортимент. Сейчас там какие-то VPN завезли, какие-то читы, еще что-то. Ну, то есть постоянно что-то добавляется свежее, новое и прикольное. Там же дешевые террарии, естественно. Все ссылки в описании. Жду вас там. Едва не забыл, самое главное, ребят, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый четверг, пятница, суббота, воскресенье. Так что вот так вот.